Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Попади в десятку». У нас на обзоре охлощенный пистолет ПМСО МОД-71 от завода «Курс-С». Комплект поставки включает в себя руководство по эксплуатации и сам пистолет. Данная модель предназначена для имитации стрельбы светозвуковыми патронами калибром 10 ТК. Изготавливается пистолет полностью из металла. Исключением являются пластиковые накладки на рукоять. Длина пистолета составляет 167 мм, а вес 730 грамм. В магазин пистолета вмещается до 8 патронов. Автоматика у пистолета полностью рабочая. Также здесь имеется действующая затворная задержка. Для предотвращения использования боевых патронов в конструкцию было внесено ряд необратимых изменений. Ствол оснащен втулкой и штифтами, не позволяющими проходить через него твердым предметом. Однако дым и огонь выходят практически в полном объеме, поэтому соблюдайте технику безопасности во время использования данного пистолета. Не направляйте его на людей и животных. Патронник был расточен под калибр 10 на 19 мм. Затвор также оснащен штифтом, который препятствует его установке на боевое оружие. Рамка с левой стороны подточена под этот штифт. У пистолета предусмотрена возможность разборки и сборки. Данная модель отлично подойдет не только для развлечения, а также фото- и видеосъемок, но и в качестве учебного пособия по обращению с огнестрельным оружием. Купить охолощенный пистолет вы можете на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».